Здравствуйте! Сегодня я расскажу, что такое QR-код, для чего он применяется и как с ним работать. На некоторых сайтах, а также при работе с такими платежными системами, как WebMoney, можно использовать QR-код. QR-код – это вот такая штучка. Смотрите. Вот здесь написано QR-код для входа через смартфон или Google Glass. Google Glass пока, конечно, еще не распространен у нас, но в смартфонах программы эти уже есть. К примеру, давайте посмотрим вот сейчас одну из таких программ. Допустим, вот у нас Enum клиент. Вот он предлагает ввести код, ну код я вам не покажу какой, пароль точнее. Так, вводим. Вот, смотрите. Здесь вот такой же самый QR-код, как бы это навести. Мы его запускаем. Слушайте, сейчас будет внимательно. Вот, смотрите, подводим камеру. Видите, он сработал. То есть смартфон понимает при наведении на QR-код, он понимает, что это предназначено для него. Вот сейчас наблюдаем. Смотрите, я подвожу и слушайте звук. Слышите, он срабатывает. То есть, ну, вот эта вот программа, она не предназначена для входа, ну это у меня открыть сейчас Privat24 банк, вот, там есть отдельная программа, но принцип такой же самый, так что вот так можно пользоваться, все очень просто, не нужно вводить никакие цифры, просто подводим телефон, он срабатывает, определяет и дает код, который далее мы вводим уже, допустим, на следующей страничке. Ну все, вот такой этот QR-код.